для нашего сознания, для наших сердец, для того, чтобы потом мы шли и делали дела Твои, и жили жизнью такой, какую хочешь видеть Ты. Господи, поэтому мы просим Тебя, благослови предстоящее служение, благослови все сердца, слушающие и открывающие себя для Слова Твоего. Пошли нам слух, который бы услышал, и пошли нам волю, которая бы повиновалась Тебе. Благослови всех тех, кто будет участвовать и прославлять Тебя, возвещая Слово Твое, воспевая Твое святое имя, прославляя Тебя в стихотворениях. Господи, молим Тебя, исполни Духом Святым каждого из нас. Мы молим Тебя также и о тех, кто не смог по различным причинам быть сегодня вместе с нами, но кто душой сегодня вместе с нами, благослови и таковых, посети их Духом Святым и объединяй нас, создавай это чудо, которого сегодня никто не имеет, но которое может и должно присутствовать в Твоей Церкви, единство, единство людей, прославляющих Твое имя. Молим Тебя и за город, в котором мы живем, за страну, в которой мы живем. Господь, продли дни благоденствия, чтобы мы еще могли возвещать Слово Твое, и чтобы многие люди узнали Тебя как личного Спасителя. Благослови нас в этом, во славу Твоего святого имени, наш Господь и Бог. Аминь. Мы общим пением споем молитвенный псалом «О наш Отец» номер 27. Yeah.
Дорогие друзья, Церковь Иисуса Христа, я вас сердечно приветствую словами «Христос воскрес!». Перед началом служения я хочу прочитать два места Священного Писания. Первое место, 1 Коринфянам, 15 глава, 22-23 стихи. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут, каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христовы пришествие Его». И второе место прочитаем Евангелие от Иоанна, 5 глава, 28 стиха. «Не дивитесь этому, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат голос Сына Божия, и изыдут творившие добро воскресения жизни, а делавшие зло воскресения осуждения». Дорогие друзья, дети Божии, ученые всего мира сегодня озабочены тем, чтобы продлить жизнь человека на этой земле. Они делают различные исследования, различные эксперименты с животными, и потом заявляют, что впоследствии мы можем продлить жизнь человека, а потом, может быть, мы сделаем человека бессмертным. Но, дорогие друзья, Слово Божие однозначно говорит, как в Адаме все умирают, так во Христе все живут. Я глубоко верю Слову Божьему, и то, что человек должен умереть на этой земле, это дай аминь. Продлить жизнь и вообще жизнь человека только в руках Божьих. Никакой человек не может продлить другому человеку ни на секунду жизни. И, дорогие друзья, при грехопадении человек утратил свое бессмертие. И с тех пор уже ни один человек не свободен от смерти. И причина смерти – это грех. Слово Божие говорит нам, что возмездие за грех – смерть. Но, дорогие друзья, Слово Божие нам говорит, апостол Иоанн пишет, я прочитал только что место, что все находящиеся в гробах услышат голос Сына Божия и воскреснут. И пойдут одни воскресения праведных, воскреснут другие воскресения суждения. Но многие люди и многие верующие думают так, что когда придет Иисус Христос, воскреснут все, и кто больше добра делал или кто хорошо жил, они пойдут в рай, а те, кто грешил, пойдут в ад. Но это человеческая теория. Слово Божие нам этого не говорит. Слово Божие говорит нам, что будет два воскресения, воскресение праведных и воскресение грешных. Это нам говорит пророк Даниил в 12 главе, это Иоанн, апостол, и это апостол Иоанн, также в книге Откровения там подробно говорится. Но, дорогие друзья, Слово Божие нам говорит, что мы прочитали, как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в Его пришествие. Мы все знаем, что Иисус Христос воскрес первенец из умерших. Это дай аминь. Но можете вы мне упрекнуть, что на страницах Библии есть два человека, которые не увидели смерти здесь на земле. Это Енох, который ходил, написано, перед Богом, и не стало его, Бог взял его. И пророк Илья, который вознесся на небо. Но об этом мы поговорим немножко позже. И я бы хотел сказать о том, что Бог наш, Он Бог порядка и устройства. В Его создании, во всем его мироздании все движется по порядку, и во всем существует порядок.
И даже воскресение мертвых Бог установил порядок воскресения людей из мертвых. Первенец Он, то есть Иисус Христос, а потом Христовы, пришествие Его. И книга Откровения нам приоткрывает эту тайну. Прочитаем Откровение 20 глава, с 4 стиха. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, не приняли начертание на чело свое и на руку свою, они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресение. Блаженный свят, имеющий участие в воскресении первым, над ним смерть вторая не имеет власти». Первое воскресение – это воскресение праведников. Это воскресение святых людей. И это первое воскресение, оно называется блаженным и святым воскресением, дорогие друзья. В первом воскресении воскреснут только праведные люди. И книга Откровения нам об этом говорит. Во-первых, как Христос воскрес из мертвых, так и воскресает церковь Его, невеста Его. Слово Божие нам говорит, апостол Павел записал прекрасные слова, которые записаны в первом послании Фессалоникийцам в 4 главе. Он говорит такие слова: «Не хочу оставить, братья, в неведении вас об умерших, чтобы вы не скорбели, как прочие». Прочие обычно слово Божие употребляет неверующих людей, это слово относится. Но он говорит, что при возвещании, при гласе архангела и трубе Божией мертвые во Христе воскреснут прежде, а потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними будем восхищены на облако, встретения Господом в воздухе, и так всегда с Господом будем. И он говорит: утешайте друг друга этими словами, потому что мы имеем эту прекрасную надежду встретиться с нашим Господом Иисусом Христом. Но, дорогие друзья, дальше Слово Божие в книге Откровения, за неимением времени я не буду читать, я коротко скажу, какие группы людей, если так можно сказать, воскреснуть. И когда апостол Павел писал, что каждый воскреснет в своем порядке, здесь он употребляет слово, греческое слово «тагма», означает воинскую часть или группу людей одного и того же ранга. Это то есть церковь Иисуса Христа, это невеста Иисуса Христа, воскресает прежде. Потом нам говорит книга Откровения, что воскресают души, убиенные под жертвенником при снятии пятой печати. Потом множество людей со всех племен, колен и народов, которые пришли от великой скорби. И вот здесь как раз следующие воскресают два свидетеля, которые будут посланы Богом, на которых будет наложена печать Божия, и они будут невредимы для Антихриста и для мира всего. И они будут 3,5 года проповедовать Слово Божие еврейскому народу. Это также записал пророк Малахия в своей последней главе. Он говорит: «Вот я пошлю к вам Илью, пророка, перед наступлением Дня Господнего, великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил землю проклятием». Но кто же второй? Многие склонны думать, что это Моисей. Но я думаю, что когда мы исследуем тщательно Слово Божие, и Библия нам ясно говорит, что Господь сказал Моисею: «Взойди на гору и умри». Моисей умер уже здесь, на этой земле. Енох был вознесен живьем в небеса, к Богу взят.
Но, дорогие друзья, если бы он остался там, в небесах, пророк Илья, пророк Енох, то нарушились бы слова Слова Божия, то Иисус Христос уже не был бы первенцем из умерших, дорогие друзья. Поэтому эти люди, эти пророки во дни великой скорби, они сойдут на землю, будут здесь проповедовать, убиты и восхищены к Богу. Вот эти люди, они будут все воскрешены в первом воскресении. И, как я сказал, в первом воскресении воскрешают только праведники. И Слово Божие нам ясно говорит, что святые, они люди верующие, они на суд уже не приходят, они переходят от смерти в жизнь, дорогие друзья. Церковь Иисуса Христа, она не подлежит никаким судам. Дай аминь. Церковь Иисуса Христа только явится перед Господом уже на небесах, на судилище Христово. Но это не суд, это судилище Христово. Это будет там, где будет различие наград, то, что мы делали, что мы, какой мы труд несли, как мы жили. Но это будет уже все там верующие, все спасенные. Там не будет грешных людей на судилище Христовом, дорогие друзья. И второе, я бы хотел сказать о втором воскресении, но Слово Божие даже не говорит, что это второе воскресение, а говорит, что это смерть вторая. Потому что здесь мы прочитаем с 11 стиха: «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Смерть физическая, дорогие друзья, это отделение духа от тела. Первая смерть – это отделение духа от тела, а вторая смерть – это отделение духа от Бога. И, дорогие друзья, за неимением времени мы не будем подробно размышлять об этих стихах. Я хотел бы только остановиться на одной здесь, о книге жизни. Для чего и почему здесь, ну уже ясно, здесь нет ни одного спасенного. Зачем здесь на суде книга жизни? Дорогие друзья, у Бога нет лицеприятия. Бог справедлив каждому человеку, и Бог за всех пострадал. И это еще раз говорится о том, о люди, которые говорят, что теория предопределения, что кого Бог предопределил, те и спасутся. Нет, дорогие друзья, здесь, на последнем суде, когда не будет ни одного спасенного человека, здесь Иисус Христос покажет каждому грешнику эту книгу жизни. Здесь Он покажет эту книгу жизни для того, чтобы знал грешник, что и для него была эта книга жизни. Что в любой момент он мог обратиться к Богу и записаться в книгу жизни. Но, дорогие друзья, еще больше я хотел сказать, что, возможно, для некоторых верующих людей, которые отвергли Иисуса Христа, которые возлюбили другой путь, возможно, Он и им покажет эту книгу с вычеркнутым ихним именем. И на это также говорит Слово Божие в Откровении 3 глава. «Побеждающий облечется в белой одежды, и не изглажу имени его из книги жизни». В греческом переводе здесь говорится: «Не вычеркну его из книги жизни».
Значит, Иисус Христос может вычеркнуть из книги жизни. Да, аминь, дорогие друзья. Знаете, многие люди, когда задаешь вопрос, готов ли ты к встрече с Господом, даже верующие люди говорят, ну, знаете, Бог многомилостивый, ну, как-то, может, спасемся, попадем на великую скорбь, ну, и там через свои страдания спасемся. Но, дорогие друзья, это большой-большой вопрос для верующих людей, не забывайте, для верующих. Потому что великая скорбь для народа израильского. Великую скорбь Бог будет вести работу с народом израильским. Он будет их переплавлять, Он будет их обращать по своему верному обещанию и по своим верным пророчествам. Да, будут спасения со всех народов, как Слово Божие говорит, но это другая тема, сейчас я не буду об этом говорить. Но я думаю, что для верующих людей, которые знали истину, знали Слово Божие, очень маленькая надежда на спасение великой скорби. Да благословит наш Господь, дорогие друзья. Сейчас мы будем обращаться к нашему Господу в молитвах. Я задам сейчас вам вопрос и себе. Готов ты сегодня к восхищению церкви? Или готов ты сегодня к встрече с Господом? Если Господь тебе сегодня прервет твою жизнь, или сегодня придет за тобой? Я хочу, чтобы вы ответили Господу в молитвах наших. Аминь. Помолимся. Тебя за все сердечно благодарим, за Иисуса Христа, который послал Ты для нас, грешников, чтобы, Господи, посредством крови Его, посредством Голгофы страданий мы имели жизнь вечную. Господи, Ты сотворил человека по образу и подобию Своему, Ты сотворил человека вечного, Господь, но посредством греха
эта цепочка прервалась, Господь, и теперь Ты послал Иисуса Христа, чтобы посредством смерти и воскресения Ты дал нам эту уверенность, это обещание, что воскреснем мы вместе с Тобой, с Иисусом Христом. Слава Тебе за это и благодарность, Господь дорогой. Благодарим за то, что Ты открываешь Слово Твое, Господь, что Ты разъясняешь, объясняешь. Слава Тебе за это, Господь дорогой. Мы Тебя благодарим за хор, который воспевает Твоему славному имени, Господь. Благослови это все служение и проведи сам во славу Твою и для прославления Твоего святого имени, наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Сегодня, как вы можете прочитать в наших программках, у нас русско-английское служение, поэтому ход служения несколько изменен. И сейчас мы будем с вами петь общим пением «Только в Иисусе» номер 749 и совершать наши... Есть одно объявление. Те, кто хотят слушать проповедь, вторую проповедь, которая будет звучать здесь на английском языке, хотят ее слышать в переводе на русский язык, тогда могут пройти в малый зал и слушать там с переводом. Спасибо.
расцвете с любовью той. Любовь святая, любовь Христа, она повсюду со мной была. Когда я падала бесчетно, поднимала и снова в небо меня вела. Любовь Христова там на Голгофе страдал Спаситель за грешных нас. Любовь Христова в оковах тяжких от страшной боли Христос нас спас. Любовь святая, любовь Христа, она повсюду со мной была. Когда я падала бесчетно, поднимала и снова в небо меня. Слышал повесть о несчастном, как он широкой шел тропой и был злодеями ужасно избит и брошен чуть живой, и как Христос, склонившись с лаской, его навеки спас, любя. Ты думаешь, что это сказка и не касается тебя, но брось сомнения, это правда, ведь в этом случае, друзья, я сам свидетель заключений, ведь тот израненный был я. То я шагал тропой беспечной прочь от Создателя земли и был разбойниками встречен, оставлен чуть живой в крови. Избитый, жалкий и раздетый, я умирал, шепча в бреду, зачем я шел дорогой этой, зачем я жил спиною к свету, зачем любил я темноту. Но, о, какой счастливый случай, дорогой то в Иерихон священник шел, один из лучших и соблюдающих закон. Я ждал с надеждой несмелой. Он бросил взгляд неторопливый, собрал края одежды белой и обошел меня брезгливо. Темнело, я лежал разбитый, как вдруг увидел над собой взгляд изучающий левита. Качал он долго головой. «Вот каково», — сказал он строго, — «возмездие Божье за порог». И прочь пошел своей дорогой, как видно, получив урок. Плохими был я искалечен, хорошими пренебрежен. Я просто погибал до встречи с тем, кем навеки был спасен. Я помню взгляд его лучистый и слез божественный кристалл. Он наклонился низко-низко, и близко заглянул в глаза.
Он так был чист от роб греховных, далек от этого пути, что понял я, сюда пришел он, затем лишь, чтоб меня спасти. Он ран гноящейся язвы своей рукой перевязал, а почему я наг и грязен, меня он спрашивать не стал. Елеем слов небесных, нежных, смягчая боль моих скорбей, меня одел в свои одежды, не беспокоясь о себе. Я помню, как в забвении зыбком он вез меня, шагая рядом, как будто принял по ошибке за своего родного брата. Меня в гостиницу устроив на всю мою земную жизнь, он милость обещал утроить, когда вернется, только жди. За что? — смотрел я потрясенно, как за меня вносил он плату. Не знал, что Богом был спасен я, отцом, создателем и братом. Спасенный милостью и чудом, с тропы, ведущей в адский мрак, я ни за что теперь не буду без Иисуса ни на шаг. Ведь это Он, склонившись с лаской, меня навеки спас, любя. Не думай, друг, что это сказка и не касается тебя. Аминь. Сходят в речи сотня книги, и
Мы будем петь песню на английском языке общим пением. Я предлагаю всем встать. Revive us again. Пожалуйста, покажите. Приветствую вас, дорогая церковь. Добрый вечер всем. Позвольте мне поздравить вас еще раз пасхальным приветствием. Христос воскрес! Let's try it in English. Can we try it in English? He is risen. He is risen indeed. Excellent. Yes, thanks. Hey, it works. That's why you're sitting here. He is risen, you guys, and he's coming again. And I want to thank our brother Yuri for coordinating accidentally our sermons tonight. I want to talk to you as well about the future, about eschatology. As it turns out, I have a slightly different view. I believe that the church is going to go through the tribulation. Yuri, I apologize beforehand, okay? I'm sorry, I didn't mean anything by that. Please understand that what I have to say is from a young pastor who still has a lot to learn, okay? But I'm just calling it the way I see it and how I read the scriptures. I'm sure some of you are thinking, что мы сделаем с этим сумасшедшим американцем? Знаешь, опять он говорит что-то не то, right? Okay, I'm sorry about that. But, you know, it's a wonderful thing. When you read the book of Acts, Paul says at one point, remember when he's telling off all the philosophers on Mars Hill, he says God would one day come and judge the world through Jesus Christ, his son, having confirmed these very intentions by raising him from the dead. So there's some sort of connection between the resurrection of Jesus Christ and his coming again. And obvious, the one is obvious to me anyway, is that a dead Messiah is not coming again. But Jesus Christ is risen. He's ascended to the right hand of God the Father, and he's ruling from heaven now, and he's ruling in our hearts, and he will one day come again to set up the next phase of his kingdom here on earth. And I can praise the Lord for that. That said, I want to talk to you tonight about looking for and hastening the coming of our Lord Jesus Christ, hastening our Lord's soon return. Please turn with me in your Bibles to Matthew 24, Matthew chapter 24. And I want to read to you verses 32 to 35.
Евангелие от Матфея, 24 глава, с 32 стиха по 35. I'll read the Russian first, okay? The Russian, Jesus has just finished discussing all of the things that must take place in the run-up to his return, when he then says the following. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знайте, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не пройдет род сей, как все сие будет. Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут. Аминь. Let me read to you how it sounds in English. It sounds a little different, but meaning's the same. Okay. From 32, now learn the parable from the fig tree. When its branch has already become tender and puts forth its leaves, you know that summer is near. So you too, when you see all these things, recognize that he is near, right at the door. Truly I say to you, this generation will not pass away until all these things take place. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Man, Jesus sure sounds convinced of what he's saying here, doesn't he? I mean, look at verse 35. Who talks like that? He equates his own word with God the Father's, or at least he's pretty much calling it equal. It's a toss-up. He's saying his word is as good as God's. Heaven and earth will pass away, but my words won't. The only person that ever talked like that is Jesus, because he is the Son of God, and he is essentially co-equal with the Father. So we have here we can be very convinced of the words of Jesus Christ here. He is the Son of God. He's the one who thought it all up beforehand. He's the one who's got the whole world in his hands, and he's bringing things to this conclusion, this very conclusion. We can have the same conviction as Jesus Christ. It's going to all turn out. It's going to all go down just as Jesus predicted. But look at this for a second here. What does Jesus mean, you guys, when he says in verse 34, maybe you've thought of this before, truly I say to you, verse 34, truly I say to you, this generation will not pass away until all these things take place. If you know what's going on in Matthew 24 beforehand, he's talking about a lot of different things that have to take place before his return. And you're going, how is this possible? Because we're still here today, and Jesus has not returned. So how is he saying that his generation would see all this? Well, I need you guys to pay very close attention here at this point, you guys. I need you to be tracking with me, if you can. The reason this is, okay, the reason why he can say that his own generation would see such things as the revelation of the Antichrist or the Great Tribulation or his soon return even perhaps, is because Jesus Christ is explaining the distant future with the near future. Jesus could say that his generation would not fail before all the signs mentioned in verses 4 to 28, and I want to talk to you about some of them, before those come to pass. Because like the prophets of old, he's telescoping the future. He's describing the distant with the near, gazing upon the holy city, okay, and from the Mount of Olives, right, opposite the holy city, and channeling the prophetic spirit, Jesus described the eschatological day of the Lord with another visitation of God's judgment, namely with the judgment of Jerusalem in 70 AD, the destruction of Jerusalem, 70 AD, by the Romans. And if you read the parallels to the synoptics in Luke and Mark, Luke especially makes it very clear that in the Olivet Discourse, we are talking here, at least to some extent, about the destruction of Jerusalem. And so we have here this instance, and this is what the prophets did of old all the time. Maybe sometimes if you've read the minor prophets, for instance, or some of the major prophets, when they talk about the day of the Lord, you kind of wonder, well, what's he talking about? Is he talking about something that's going to happen now?
or just, you know, what, you know, like tomorrow? Or is he talking about something which is going to happen in the last day? And most of the time the answer is yes to both of those questions, because this is how they worked. One great student of eschatology, George Eldon Ladd, said the following: the prophets were little interested in chronology, and the future was always viewed to them as imminent, right there at the door, no matter what the future was, okay, whether it was future or near. The Old Testament prophets blended the near and the distant perspectives so as to form a single, like, two-dimensional canvas. It's kind of like when you and I, we go up into the mountains and you take a look at the far mountains, like way off in the distance, and you see all of these mountains together, and you think they're all kind of right beside each other, right? But if you could see it from the side, you would see that there's like a great distance between those mountain ranges, although they look to you as if they're right beside each other from a distance. This is the way Old Testament prophecy works. This is what's going on with Jesus in Matthew 24, I believe. The run-up to the destruction of Jerusalem and the destruction of Jerusalem itself, pictured for us in verses 4 to 28. These verses picture for us, and they foreshadow the consummation of this age at our Lord's return. So basically, long story short here, we too need to learn the parable of the fig tree. Jesus says there in 32, now you, my disciples, learn the parable of the fig tree. And what a masterful teacher our Lord was to just kind of, you know, so easily, you know, impromptu, ad hoc, kind of nachadu, just think up something from natural phenomena to explain spiritual truths. He could do this so well. It was springtime in Palestine, right? Just a couple days before Passover. This is Passion Week, and really everything was in bloom. Literally everything is in bloom there in the spring. My wife's been there, and she says it's beautiful. And probably Jesus and his disciples had already made it to a certain point on the Mount of Olives, and perhaps they were kicking back underneath a fig tree at this point and watching the sun set over the holy city. Maybe Jesus even reached out and picked a tender, soft, you know, twig or a newly leafing shoot to use it as an object lesson. And he says, learn the parable of the fig tree when its branch has already become tender and soft, puts forth its leaves. You know that summer is near. He so easily explained things to us in these parables. We all have our own, you know, ways we know that summer is near. And he just chose the easiest one to explain them. For me, it's when I'm here, it's like, well, you start to get allergies or something. Oh, you know the spring's here. Yeah, you know the summer's right around the corner. When I was in St. Petersburg, it was real easy to tell when summer's around the corner. Because back in the day, back in the 90s, you know, you'd be going down the metro. People are coming up the escalator. In the winter, like, nobody smiles, ever. If you crack a smile, people think you're like, cuckoo, you know, you're really messed up. Nobody cracks a smile all winter, and the winter's long up there in St. Petersburg. But as soon as spring comes around, right, and everything starts to bloom, you'll see people crack a smile or two. You know, spring is here, summer's near. Same thing's going on right here. Jesus just takes the easiest thing and says, see, spring's here, you know summer's coming. We too need to learn this parable. And the meaning of the parable is obvious, but Jesus, you know, explains it to us anyway, because you never know who's tracking with you and who's zoning out at the time. So he reads in verse 33, we read in verse 33 what he says. So you too, when you see all these things, recognize that he is near. He's right at the door. And really, all I want to do with you this evening then is to talk about this concept. I want us to, in the end here, by the time we leave, be able to read the signs of the times and properly anticipate our Lord's return. I want us to read the signs of the times and properly anticipate our Lord's coming again. After all, if we are right in seeing a typical relationship between
the destruction of Jerusalem in 70 AD and in the eschatological day of the Lord, then similar events are going to have to occur. They should occur again in connection with that later greater visitation of our Lord. So what then are some of these signs? What are some of these things that we should be looking for? What can we expect in the run-up to the consummation of the age? Or as I like to put it, how close is Jesus to busting down those doors and to saving his people, vindicating his people, and destroying his enemies and setting up his kingdom here on earth? How close is he? Well, I believe this is what we can expect based upon what Jesus has said. First, expect a rise in messianic charlatanry, false messiahs. Okay, that's an easier way to put it. False messiahs. Read with me verses 4 and 5 of 24. We're going to have to go back now and look at some of these signs. Chapter 24, verses 4 and 5. And Jesus answered and said to them, "See to it that no one misleads you, for many will come in my name, saying, 'I am the Christ,' and will mislead many." Now, there have been false messiahs on and on throughout the history of the church, on and off. But nothing like today, you guys. I don't know, there's something weird going on. According to Wikipedia, not that that's where I get all my information, okay, but according to Wikipedia, there are more than 10 messianic claimants who have large followings who are alive today. Okay, I'm not talking about someone who's like all just kind of off the cuff. I'm Jesus, I'm the Messiah, or whatever. I'm talking about people with large followings, millions even of followers. Maybe you know South Korea's Sun Myung-moon. You know him? He's the oldest and probably the most popular of them all. He's like 80 or 90 now, right? He's got millions of followers. And you got to ask yourself this question: where do all these crazy people come from? These crackpots. It seems like today, every country, I even heard that, you know, you got them in Russia too. It seems like every country has its own indigenous messianic pretender. It's like every country now has got a national anthem, you know, a national flag, a national bird, a national flower, and a national messianic pretender. They should put them on the money. I don't know, doesn't it bother these guys that, like, there's more than one of them? isn't there only supposed to be one? Want to get them all in a room together, you know, and say, "Will the real Christ please stand up?" Anyway. And crazier than these charlatans, these messianic pretenders, is their followers. I don't have very much sympathy for them. I know that there's a spiritual battle going on for souls, and people can be, you know, dissuaded. I understand that, but I just don't have very much sympathy for them, because there's really no excuse for that sort of ignorance and gullibility. Look what it says in verse 27 or 24. Look what it says right there in 27. Jesus warns us, you know, in this verse, not to believe them. Don't believe those guys, ever. "For just as lightning comes from the east and flashes even to the west, so will the coming of the Son of Man be." Okay? So in other words, you guys, don't worry ever about finding Christ. When he comes, he'll find you. Right? Don't even bother with these guys. These guys are crackpots. But we are to expect a rise in false messiahs, people calling themselves a Christ. What else can we expect? Well, expect a surge in warmongering. Okay, военных действий. All right, like battles, wars. Expect a rise in that as well. Verses 6 and 7. "You will be hearing of wars and rumors of wars. See that you are not frightened, for those things must take place." That's not yet the end. "For nation will rise against nation and kingdom against kingdom." Okay? You get the idea. I'm talking about war here. And once again, the history of mankind has seen its share of warfare. It's been pockmarked with various wars. But nothing compares. Nothing compares, either in
in the death toll. And I know who I'm talking here to some extent. You saw some of this so long ago. Nothing compares in the death toll and in the devastation to the two world wars of the last century, of the 20th century, World War I, World War II. Nothing even comes close to those two wars. Basically, all the wars put together of all time basically match up to those two wars. And what about possibly World War III? Okay, what about the threat of extinction by nuclear holocaust? Maybe you're going, you know, the Cold War is over, Dane, don't you know, right? We all know the Cold War is way over. But not a few analysts, you guys, actually believe that the accord, or the détente, as it's called, that was reached between the Soviet Union and the United States back in the 80s, say, actually provided a lot of stability for the world. And certainly more stability than the chaos that we see going on all around us today. And I'm happy that the Soviet Union is gone and that we're all friends and family and everything. There's nothing better than that, for sure. But it did provide a certain stability. If you look around what's going on today in this supposedly unipolar world, the superpower's not doing a very good job of controlling things. So, and you guys watch 24. You know what I'm talking about. So, wars and rumors of wars. Indeed. Did you know that today, with the 24-hour cable networks like CNN or whatever, you can watch from the comfort of your own living room a land war in Asia from beginning to end? Really, 24 hours. Wars and rumors of wars. Expect a surge in warmongering. Expect also, number three here, expect a multiplication in natural disasters. Verses 7, the second part of verse 7 and 8. In various places there will be famines and earthquakes, but all these things are merely the beginning of birth pangs. Svatki. The Apostle Paul, you guys, mentions these birth pangs in Romans 8:22, where he says the following. He says, "For we know that the whole creation groans and suffers the pains of childbirth together until now." Okay, so these natural disasters have occurred often enough throughout history. But if this world, you guys, is, as the New Testament talks about, if it's giving birth to the new age, so to speak, well, then shouldn't we logically expect its contractions to become more severe, more acute, more often? I think so. Again, I don't have the raw data with me. Maybe it's just me. But I believe that this world has entered a stage of increased convulsion, we'll say. Ever since 2000, it seems, things have just kind of tanked, gone downhill. Right now we already know it's commonplace basically to set up a relief fund for this or that world famine or major earthquake. I remember how a few years back, the few years that I was living and working in Samara, the world witnessed three devastating earthquakes, one right after the other. One was in 2003, an earthquake just literally flattened a whole city in southeastern Iran. It was crazy. I saw it on the news over there, and I called for my wife. And everything over there was basically made of clay in this city. It was Kiman, I think, is the name of the city. And it all just fell in on itself, and there were no survivors. 33,000 dead. It's interesting that authorities have said that is the worst earthquake to have hit that place in 2,000 years. Note the date, 2,000 years. Interesting. In 2004, you guys remember this, an earthquake caused a tsunami that utterly destroyed parts of Indonesia. You remember that? That tsunami? That was caused by an earthquake, a huge earthquake. Fourth biggest in the 1900s.
It killed 250,000 people, and 1 million people were displaced from their homes. And then in 2005, as if to not be outdone, you remember that one in Kashmir, in between Pakistan and India? There was a huge earthquake there as well. And we had over 75,000 killed. Another 100,000 were injured, and it happened right before winter, and so many more people died. We don't even really know how many people died. Over 1 million, again, were displaced from their homes. I don't know. You make of these things what you want, okay? But I just remember that time when I was in Samarra, just going, what is going on with the world? Why all these earthquakes? So expect maybe a rise in natural disasters. Here's something else to expect. Expect a swell in persecution. Verse 9, 24:9. Then they will deliver you to tribulation and will kill you, and you will be hated by all nations because of my name. Expect a swell in persecution. The fifth seal of the apocalypse reads like this, you guys. I saw under the altar the souls of those who had been slain because of the word of God, and because of the testimony which they had maintained. And they cried out with a loud voice, saying, How long, O Lord, holy and true, will you refrain from judging and avenging our blood on those who dwell on the earth? And there was given to each of them a white robe, and they were told that they should rest for a little while longer, until the number of their fellow servants and their brethren who were to be killed, even as they had been, would be completed also. Wow, what a scene. Now, the church was born out of persecution. The church was persecuted for the first couple hundred years of its existence, and it suffered this sort of persecution intermittently ever since. And yet, did you guys know this? That in the last century, again, the 20th century was quite a century. In the last century, more Christians were martyred than in all previous centuries combined. It's hard for us, well, maybe not for you somewhat, but hard for me as an American who's been here my whole life to believe. I'm like, oh, where is this going on? Because I hardly get any sort of persecution at work or whatever, right? But it's going on. Yesterday it was the Marxists, right? Today it's Islamists, fundamentalists, Islamists. Tomorrow, you know, who knows? Who knows what it's going to be? It doesn't even matter, really, either, does it? It doesn't matter. You know why? Because all that really matters is that by God's grace, we endure to the end so as to be saved. That's what it says in verse 13. But the one who endures to the end, he will be saved. You read in Revelation 13:10 as well. Here is the perseverance and the faith of the saints. But the fact of the matter is that many will fall away when this persecution comes, if it hasn't already. So we can expect as well, along with this persecution, a spike in apostasy. A spike just means kind of like on the graph, you know, bum, 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 like a rise again in apostasy, a falling away from the faith. Verses 10 and 11, look at 24, 10 and 11. At that time, many will fall away and will betray one another and hate one another. Many false prophets will arise and will mislead many. Now, in times past, again, whole swaths of the church have, under the influence of the spirit of the age, fallen away from the faith. You guys, a couple movements, devastating movements that hit the church immediately come to my mind. In the second century, there was the Gnostic movement, took a lot of professing Christians away. In the 19th century, a couple hundred years back, 150 years back or so, there was liberalism. Liberalism, again, just devastated the church, divested it of many a professing believer. And the apostasy predicted here is best understood as just another one of those really, really potent, really strong religious rebellions
in which the church of God again gets caught up as well. Paul writes in 1 Timothy 4:1. You don't have to turn there. Just listen to what Paul says in 1 Timothy 4:1. But the Spirit explicitly says that in later times, some will fall away from the faith, paying attention to deceitful spirits and doctrines of demons. And whatever that may ultimately look like, you guys, and you're going to have to forgive my pessimism here. My pessimism kind of shines through. But it's doubtful, in my opinion, it's doubtful that the church at large today could be able to withstand like a double whammy here of persecution by the world and seduction from the world. I think it's too weak for that. I think there's too many insincere Christians out there. I think there's too many so-called Christians out there. Ignorant Christians out there. It's just my opinion. I just don't know when that apostasy will come. I just know that we're ripe for it. Because the church isn't prepared. It could fall into this. It'll be and because it's being persecuted, it's so much easier to be seduced and fall away. Because I didn't sign up for this. You know? I thought I was happily ever after when I became a Christian. Anyway. The last thing that we can expect here, in verses 1 to 14 anyway, is that we can expect an increase in lawlessness. Look at verse 12. Because lawlessness is increased, most people's love will grow cold. It's right there. Lawlessness will increase. Pretty self-explanatory. And we could insert here, if we wanted to, like a scathing commentary on today's youth or contemporary culture, you know, that sort of thing. You know, we could do that, but we're not going to because we don't have the time. Suffice it to say, and of course we're not talking about our youth here, which are wonderful, but just out there in contemporary culture and among unbelievers, contemporary culture, the generations today, generations X, Y, Z, they do little more than just congratulate one another on inventing new ways to sin. That's really all it comes down to. They are without conscience. They are largely shameless. Right, and this is as a whole. This is our fault. God save us all when they take over, right? When they get in the levers of power and actually start calling the shots. Again, that's my pessimism coming through, but that's just the way I feel. That's my version of Whitney Houston's "I Believe the Children Are the Future." I go, Whitney, you listening to yourself? I don't know. I wouldn't be so optimistic. Now, the problem with all these signs, and I hope you've seen the problem by now. Maybe you've pinpointed it. The problem with all of these signs, and they're out there, I've just explained them to you, is that they are somewhat characteristic of this age as a whole. They're commonplace enough. But in verses 15 to 28, and I'm not going to exposit it, don't worry, but in verses 15 to 28, Jesus makes further reference to some things here, to such things as the revelation of the Antichrist, verse 15. Then, therefore, when you see the abomination of desolation, which was spoken of through Daniel, if you go back and read Daniel, you'll see this is talking about Antichrist, the little horn, the one who speaks blasphemies against God and his saints. So Jesus makes reference to that. And he also makes reference to the Great Tribulation, verses 21 and 22. And how, like, if that time wasn't cut short that for the elect, that no one would have survived. So he's obviously talking about the destruction of Jerusalem, but in hyperbolic terms, which point to a greater fulfillment at the end of the age, to usher in the Lord's return in verses 27 and 28. So what I'm saying here, you guys, okay, and this is my point here, is that there is going to come this sign, this one sign, that is hard to miss and is virtually impossible to mistake. And you could mistake it if you're ignorant, but you should see this and understand what's going down. I'm talking about the revelation and the rule of Antichrist, the short rule of Antichrist, about 3.5 years. Then, and I want you to see how this all comes together now, then all the signs of verses 4 to 14, which I just talked through with you,
these signs which typify this age and which intensify as the new age dawns, all the messianic charlatanry, false messiahs, all the warmongering, all the persecution, destruction, apostasy, lawlessness, all of these things will coalesce into a certain personage. And this nameless one, the Antichrist, he will embody all of this satanic power that's in these various evil movements. He will embody all of them. Listen to this. As for false messiahs, why do you think they call him Antichrist? Antichrist. He is the quintessential false messiah. He is a satanic parody of Jesus. As for a taste for battle, warmongering, Revelation says that the whole earth will worship the beast, saying, quote, "Who is like the beast, and who is able to wage war with him?" He's a warmonger. As for persecution, you want persecution. Revelation 13:7 says that he will wage war against the saints and will overcome them, i.e. martyrdom. As for apostasy, again, he is the perfect apostate. I'm quoting here again. "He will exalt and magnify himself above every god and will speak monstrous things against the God of gods." Daniel 11:36. And as for lawlessness, if you'll just read 2 Thessalonians chapter 2, he is called the man of lawlessness. Bezakonye. Sin. It says in 2 Thessalonians 2:8, "Then that lawless one will be revealed, whom the Lord will slay with the breath of his mouth and bring to an end by the appearance of his coming." I hope you can see how all of the things which we see out there today, which are signs to us and which are going to intensify as that day dawns, how those threads of the plot line of our life, how they come together in this one individual who ultimately says, "There is no God unless you can worship me if you want. I'm God." And then Jesus says, "That's enough." Okay, I gotta stop here. The application is simple. One thing I have to say to you, and it's thankfully it's the same thing that Yuri said earlier, is, are you ready? It just shocks me how durable and how relevant Jesus' predictions are 2,000 years later. Imagine that. 2,000 years have passed, and now everything is just starting to fit together, fall neatly into place. I'm glad I'm alive today. Right here, right now, there's no other place that I'd want to be. Because if the satanic forces of evil, operative in this world, as we've just talked about, are literally coming to a head in an individual, and Jesus is truly right at the door, ready to intervene on our behalf, then I say, Maranatha, come Lord Jesus. Today we would say, bring it on. Let's do this, whatever. Praise the Lord, hallelujah. Salvation is nearer to us than when we first believe, the Bible says. But what about you? Is that how you feel? Are you ready? Will he find you faithful? Because that's what it comes down to. And if you allow you, you know, just read further in the Olivet Discourse, and this is what Jesus talks about. Are you ready, and am I going to find you faithful? You're going to be the kind of servant of the Most High God that is a trustworthy slave, or is a wicked, lazy slave? Maybe, you know, this word to you tonight is because we talk so often about how the delay of our Lord Jesus means patience to the unbeliever. Maybe it's also patience toward you who believe, who needs to get his house in order, get his things straight, get his junk in order. I don't know. Check your heart. You know what that may be. But I ask you, are you ready?
The Bible says he who has this hope of the Lord's return within him, he purifies himself even as he is pure. I just ask you in closing, what is it that you need to purify yourself of in preparation, in anticipation of our Lord's return? Let's close with that. Why don't we stand and pray? Heavenly Father God, we come before you thanking you for your word, Lord. And Lord, I know I'm in the minority here, Lord, of opinion on how I think things are going to go down. God, I just praise you that your word is accurate. And although man is feeble, you have given us a picture of what could very well take place. And I praise you, Lord, for the fact that you have promised us the grace to persevere through these things and that we can look forward to the return of our Lord and Savior Jesus Christ. Heavenly Father God, send us the grace. Enable us, Lord, to be found faithful servants of yours. And until that day, we will serve you and praise your name. In Jesus' name, amen. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, наше служение подошло к своему завершению. И мы сейчас выслушаем объявление, после чего Михаил Юрьевич прочитает нужды, и мы совершим заключительную молитву. Волонтеры кухни благодарят нашего Господа Иисуса Христа за то, что Он им дает еще сил трудиться
и приглашают купить вкусную продукцию и поучаствовать в покрытии расходов за эксплуатацию нашего прекрасного молитвенного дома. Служения у нас состоятся в следующий четверг в 6:30 вечера, в воскресенье в 10 утра, и в 6:00 вечера у нас в воскресенье будет евангелизационное служение. Пожалуйста, приглашайте своих родных, знакомых, друзей, тех, которые еще не знают Христа как личного Спасителя, чтобы они услышали свидетельство о том, как Бог меняет жизнь. Меняет жизнь к прекрасному, к лучшему. И сегодня после вечернего служения состоится молодежное общение. Молодежь приглашают остаться. И будет брат из Казахстана, из Таджикистана, прошу прощения, Искандер. Он как-то у нас проповедовал. И на этой неделе у нас будет 2 дня, когда церковь приглашается принять участие в посте и в молитве. Завтра в понедельник те, кто может, те, кто желают поучаствовать в посте и молитве, могут присоединиться к молитве о наших братьях и сестрах в Казахстане. Там планируется издать закон, который будет ставить под запрет всякую евангелизационную деятельность. Соответственно, если такая деятельность запрещена, то она преследуется законом, если кто-либо это делает. А в четверг, друзья, мы будем с постом и молитвой проводить время для того, чтобы просить у нашего Господа благословения на предстоящее евангелизационное служение, которое будет в следующее воскресенье, на тех, чьи сердца мы хотим видеть открытыми для нашего Господа. Вот такие вот объявления. Сейчас Михаил Юрьевич прочитает нужды, и мы совершим молитву. Братья и сестры, еще одно напоминание, что в воскресенье утром в 8:45 проходит разбор Священного Писания по посланию Иакова. Очень интересный разбор, приходите, проводит брат Леонид Киарогло по посланию Иакова. И в четверг также вторая часть служения у нас разбор по посланию к римлянам, Павел Михайлович проводит. У нас есть следующие нужды. Дорогая церковь, просим помолиться за сына, завтра у него суд. Чтобы не судили строго, мама. Дорогая церковь, прошу помолиться за сына, чтобы Господь явил свою милость. Бог знает его нужду. Тоже мама просит. Дорогие братья и сестры, помолитесь за выздоровление дочери. Она неожиданно и сильно заболела. Пожалуйста, дети Божьи, помолитесь за Александра Лукомского или Лукомского, который находится в госпитале в бессознательном состоянии. С пятницы вечера попал в автокатастрофу. Ему всего 24 года. Верим в Божью милость и его помощь. Брат Владимир просит эту нужду. Прошу помолиться за семью, которая находится в тяжелых обстоятельствах. Муж и жена больны. Особенно прошу поддержать в духовном, их духовно. Благодарю и просит мама. Вот это нужды, о которых мы будем... Да. Братья и сестры, мы также просим, молитесь, в понедельник пойдут братья-служители совершать молитву над сестрой Ирой, которая также больна сильно, это по ее просьбе. Поэтому молитесь, служители будут в посте находиться, и вы, кто молитвенники, вспомните, поддержите, это будет особая молитва о ее здоровье. Вот это наши нужды. Давайте мы поблагодарим Господа за служение, за слово, которое мы слышали, и попросим благословения на неделю. Отец наш Небесный, Господи, мы благодарим Тебя за этот день воскресный, в который Ты собирал наш народ, собирал церковь свою вокруг слова, чтобы питать, кормить, греть, чтобы омывать свою невесту Словом Твоим, Господь. И мы благодарим за это действие, которое Ты всегда совершаешь верно, Господь. Мы благодарим, что изобильно посылаешь Слово в нашей Церкви, Господь. Мы радуемся с раннего утра через разбор Слова Божия, через проповеди, молитвы, через посещение гостей. Ты питаешь нас. Господи, мы благодарим Тебя, что Слово Твое, оно истинно и верно.
Сегодня Ты предупреждал нас, готовы ли мы к встрече с Тобой, потому что все события уже говорят о Твоем скором пришествии. Моры, глады, Господь, военные действия, землетрясения, разложение, Господи, моральное. Все это мы видим воочию, Господь, и это касается даже нас, Господи, и детей наших. Поэтому сегодня мы просим Тебя, Господь, встрепени народ Твой, Господи, и нашу церковь мы просим, также приготовь к встрече с Тобой. Господь, мы благодарим за вот это желание и намерение провести этот евангелизационный вечер на следующей неделе. И мы просим о Твоем благословении, водительстве, приготовлении наших служителей, братьев, Господи, душепопечителей, хор наш молодежный, благослови и приготовь к этому служению. Также мы просим благослови брата, который будет участвовать в слове проповеди на этом собрании, за брата Виктора Резникова, приготовь, благослови его приезд сюда и участие в этом служении. Отец наш Небесный, мы просим Тебя за вот эти нужды, Господь, народа Твоего. Господь, молимся о тех, кому предстоит суд. Господи, если бы Ты мог остановить тех, кто безрассудно поступает на дорогах, Господь, дети наши, просим Тебя, окажи им Твою милость, останови, Господь. Просим Тебя также за тех, кто болен, Господь, болен тяжкими болезнями и недугами. Это наши дети, это жены наши, родные. Мы присоединяемся к молитвам матерей, особенно за их дочерей. О, Господь, прикоснись Твоей врачующей рукой и соверши это чудо, Господи, которое Ты делал. Господь, мы хотим просить Тебя за то, что происходит там, в Казахстане, Господи, за эти принимаемые законы. Благослови народ Твой, Господи, чтобы не падали духом, чтобы уповали на Тебя, не унывали. Сохрани тех, кто особенно трудится жертвенно, как миссионеры по вот этим странам Азии. Сохрани их в Твоей руке, поддержи их и благослови. Господь дорогой, мы также просим Тебя за тех, о ком будут совершаться молитвы служителям. Я прошу за сестру Иру, Господи, Ты видишь ее этот недух, эту болезнь. Господь, но в Твоей руке и жизни, и дыхание человека. Господь, Ты распадающееся тело Лазаря восстановил, Господь, Ты умерших воскрешал. Мы просим Тебя и сегодня, совершай то, что Тебе естественно, то, что свойственно для Тебя, творить чудеса. Господи, благослови, когда мы пойдем в путь этой недели, чтобы мы понесли Твой мир. И то наставление, которое мы имели, как поступать в этой жизни, чтобы мы его исполнили. Благослови наших детей, молодежь, Господи, нашу, стариков и старцев, Господи, которые особо нуждаются в Твоем подкреплении. Благослови, Господь. И теперь просим также распусти нас Твоим миром. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Братья и сестры, с миром будем расходиться. А молодежь, я очень прошу, останьтесь на молодежный вечер.